помните легенду, которую нам рассказывали в детстве? Ту местную. Сестра, это все сказки, чтобы пугать детей. Думаю, скоро что-то произойдет. Что ты о себе возомнила, страшила? Ты чего, чувак? Это не я! Ты ведешь себя как идиот. Ты боишься? Ночью пострадало 5 детей. Кое-кто считает, что приезд вашей племянницы может быть связан с местной легендой. Это не просто песня. Это пророчество. Предзнаменование. Люсия. Мама.